Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Вейн. И в этом видео хочу вам продемонстрировать свой читерский конфиг. Для начала хочу отметить то, что этот конфиг делался исключительно мной. Настройки интерфейса и прицела вы можете наблюдать на своих экранах, а взял динамический прицел, потому что они мне кажутся более удобными. В этом конфиге есть быстрый скролл оружия, и настройка прицела в игре на кнопочке стрелок. В общем, я считаю этот конфиг очень удобным для использования. Ну а с вами был Вейн, всем пока. Я влетаю в эту